Любопытная новость. Известные публичные фигуры, в основном члены Токаевского нацсовета, объявили о создании Лиги сторонников Нуротан. Сторонники, как оказалось, весьма критично настроены к текущей политике правящей партии. Они считают, что в стране накоплены социальные, экономические и демографические проблемы, которые необходимо решать совместно на основе диалога и сотрудничества. Об этом пишет политолог Виктор Ковтуновский. Один из них заявил в своем телеграм-канале «Без обиняков», «Основная цель нашей лиги – это публичная дискуссия с представителями партии Нуротан. Не все из инициаторов лиги состоят в партийных рядах, но, тем не менее, хотели бы поменять что-то внутри партии. Как говорится, подались в монастырь со своим уставом. Все это мне напомнило историю 30-летней давности, когда внутри КПСС, накануне ее кончины, возникло движение «Демократическая платформа». Вполне вероятно, что инициатива «Аккорды» направлена на создание протокаевской фракции внутри партии Назарбаева. Ход смелый, но логичный. Выборы в Мажилис сблизятся, а своей политической структуры у Токаева нет. Может ли эта политтехнологическая комбинация быть успешной? Ответить затруднительно. С одной стороны, основу Нуротан составляют бюджетники и чиновники, люди, зависящие от президентской администрации. Однако, с другой стороны, у партии авторитарный устав с неограниченными полномочиями ее председателя, Нурсултана Назарбаева. Таким образом, нурократы имеют возможность на корню пресечь любой ревизионизм, идущий вразрез с генеральной линией партии. С третьей стороны, оттолкнуть сторонников, предлагающих здравые, демократичные реформы, значит попасть под общественную обструкцию накануне борьбы за голоса избирателей. Интрига закручена не слабая. И тут важно помнить, что Нуротан минус последний оплот обороны библиофилов. Партия контролирует Мажилис и, следовательно, правительство. Каждая уступка – шаг к полной и безоговорочной капитуляции. Тем временем выборы в Сенат назначены на 12 августа, и уже началось выдвижение кандидатов. Полномочия уходящих депутатов заканчиваются только в октябре, но Токаев спешит, словно старается сыграть на опережение и окончить сенатскую кампанию до того, как Нуротан развернет свое партийное праймериз-шоу. Ну что ж, в ближайшие два месяца «Аккорды» и «Библиотека» пренепременно померяются своими потенциями. Причем «Библиотека» теперь вынуждена играть вторым номером. Если исходить из партийного устава, в самое ближайшее время должно состояться заседание бюро политсовета Нуротан, которая внесет на рассмотрение политсовета список официальных партийных кандидатов. Ситуация возникает щекотливая. Примет ли президент участие в этих мероприятиях? И далее, будет ли он блюсти партийную дисциплину или президентская администрация займется продвижением своих фаворитов? Тут, прежде всего, стоит обратить внимание на процедуру сбора подписей. Поскольку для обеспечения уверенной победы проще всего не допустить конкурентов на стадии регистрации,